Первая минеральная вода и первые посетители. Ганифа Мамедов из Пензы каждый год приезжает с семьей в Анапу именно на воды. Отличная вода. Мы на старых ходим туда, на Бувейт, каждый день по утрам пьем. И чувствуется хорошее ощущение, тонус хороший, иммунитет поднимает. Воду в бювет подвозят из месторождения, которое находится в районе Малой бухты. Ее доставляют в специальных машинах. Перед розливом она проходит через антимикробную систему, не теряя полезных свойств. Наши воды анапские можно сравнить с водами Ессентуков. У нас есть два типа вод. Семигорская 1, лечебно-столовая, и Семигорская 6, лечебная. По составу они аналогичны, ну и очень близки составу лечебной воды. Ессентуки 17, вот, и лечебно-столовым Ессентуки 4. Но наши воды, в отличие от Ессентуков, содержат, кроме прочего, еще и йод. И скажем, такое месторождение, как Семигорская 6, это лечебная вода, оно вообще уникальное. В России другого такого месторождения нет. Бювет открыл частный инвестор. У него уже есть аналогичная точка в Витязево, а также в Ессентуках. Здесь нам предоставили условия для работы. Вот. Нам предоставили комфортные условия для работы с местными с местной компанией, которая является собственником и добытчиком минеральной воды. Вот. Потом, с точки зрения коммуникаций, были очень большие помощь в получении технических условий в их реализации. Предприниматель настроен оптимистично. Рынок считает перспективным. Намерен продолжать строительство бюветов в Анапе, а также открыть линию по заводской упаковке лечебной грязи. Специалисты, в том числе и зарубежные, отмечают большой потенциал города-курорта именно как вода и грязи лечебницы.